Ты сможешь продержаться 2 минуты без аварии? Да. Точно? Да. Все, раз, два, три. Время пошло, давай. Секундомер пошел. Ну что ж, всем хелло, с вами снова по-прежнему Лестер, и это у нас Карпарк мультиплеер с моим младшим братом, которого вы очень любите. Наверное, я как бы на это надеюсь. И сегодня... Привет. Ну привет. И сегодня пацаном будет сдавать на права. И сегодня пацаны, данный молодой человек будет сдавать на права, так что, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь, а я желаю вам всем приятного просмотра. Все, пацаны, мы начинаем, полетели. Ты готов? Да. Все, поехали. Привет, друг. Ты хоть раз слышал про GTA Online прямо на твоем телефоне? Нет, тогда смотри. У нас ты сможешь отправиться на интересные работы для заработка, после чего купить дом, одежду, бизнес и, конечно же, автомобиль, который ты сможешь протюнинговать и устраивать гонки с друзьями. Но ты можешь стать полицейским и участвовать в опасных перестрелках с бандитами. А если хочешь, то можешь стать тем самым бандитом. Скачать игру ты можешь по ссылке в описании. Устанавливай лаунчер, после чего придумай себе ник в формате имя нижнее подчеркивание фамилия и просто заходи на наши серверы. Все это и не только ждет тебя на проекте Mordor Roleplay. Так, смотри, ты вообще умеешь играть? Ну, да. Вот что ты умеешь? Ехать. Дрифтить. Ну, это мы все быстро проверим, как он дрифтит, как он гоняет, как он вообще проходит вот это все. Ну, давайте первым делом проверим его мастерство дрифта, да? То есть, ну, в школе вождения как бы сразу же учат пацана дрифт, потому что, ну, у нас необычная школа вождения, да? Все, малыш, да. Ты готов? Да. Но перед этим, что мои подписчики должны сделать? Подписаться на канал, и это как его поставить лайк, колокольчик и комментарий. Пацаны, вы все поняли, он нас попросил для вас, пацаны, 2 секунды поставить лайк и подписаться, а для нас, ну для меня, конечно же, мой канал. Лучше 5 секунд, чтобы точно успели. Да, 5 секунд, пацаны, чтобы вы успели поставить лайк, подписаться, это очень легко, изи, пацаны, да? Да. Все, поехали. Да. Так, ну что ж, давай пока что я тебе покажу мастерство дрифта, вообще такой дрифт, как бы я же сам по себе лысый водила, да? Ну, поехали, смотри. Включаю на тептроник. Первая, вторая. Смотри сейчас. Смотри. Ой, лагай. Ой, это как бы случайно. То есть это... Я так и хотел. Подожди, давайте выключим это все, чтобы не лагало. Блин, черт возьми. Все, выключили. Теперь, пацаны, поехали. Первая. Вторая. Блин, подожди. Надо сделать тебе выворот, чтобы машина как бы хорошо уходила в поворот и чтобы она поправлялась, а не просто уходила и разворачивалась. Делаем максимальный выворот, пацаны. Ты готов? Да. Делаем, конечно же, пацаны, больше сил, чтобы машина смогла хоть что-то, пацаны, делать, потому что сейчас она настоковая, понимаете? Ставим это все, все, поехали, желтая BMW M3, как у меня в жизни, да? Да. Это как у тебя, да? Да, все, поехали. Друзья, ну что ж, а ты вообще играешь в карпаркинг? Ну, один. Нет. Почему? Потому я люблю играть... Что ты любишь играть? Короче, я люблю играть PUBG. Ой, понятно, все с тобой понятно. Твой карпаркинг плохой. Вот почему мой карпаркинг плохой? Потому что мне не нравится, вот понимаешь, мне не нравится, я люблю PUBG. Боже мой, ладно. Окей, ты готов? Да. Все, поехали, смотри, как дрифтит твой брат, смотри просто, смотри, малыш, смотри просто. Да так любой мой. Ты вот так не сможешь. Пацаны, я ему даю полное управление, посмотрим, что он сможет. Давай, 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 сам, давай, давай. Что ты сможешь? Показывай нам свое мастерство дрифта, да? Ага. Вот я вот так люблю. Вот так? Давай. Так, вот так я могу. Вот это так. Все? Это все же, что можешь, чувак? Это же не дрифт. Ты что делаешь? Что это за дрифт? Это же дрифт. Да я хочу, я стараюсь нормально дрифтить. Ты не старайся, ты просто не умеешь. Это что? Да я не могу. Весь в меня, ладно, окей. Дрифт ты не можешь, окей. А ты можешь ехать просто прямо без аварии, ну, минут 3. Ладно. Это я уже. Ты, короче, должен проехать в любое место. Главное, быстро, ровно 2 минуты. Ты сможешь? Смотри, сейчас я беру телефон и засекаю ровно 2 минуты. Ты сможешь продержаться 2 минуты без аварии? Да. Точно? Да. Все, раз, два, три. Время пошло. Давай. Давай. 2 минуты, пацаны, пошло. Да, газуй. Нажимай на это, дурак. Давай, пацаны, уже прошло как бы 7 секунд. Давай, все, секундомер пошел.
тащит. Ой. Чувак, прошло 3 секунды, ты уже... Ладно, это мы не считаем. Окей, окей. Все, давай, раз, два, три, поехали. Это мы уже считаем, давай. 3 секунды, 5 секунд уже, давай, давай. Я Мартис класс, я Мартис класс. Нет, все, давай, не делай аварию. Нифига, 360. Время-то идет, давай, газуй, газуй, давай, ты что делаешь? Давай, уже 30 секунд, ты должен продержаться еще минуту, давай. Минуту. Еще полтора минуты, давай, малыш. Ты сможешь? Да нет, ты сможешь, ты вообще лох какой-то. Я за свою руку все смогу. Ты ничего не сможешь, сейчас ты попадешь в аварию и просто разобьешься в машину, понимаешь? Да. Потому что ты лох. Потому что я не лох. Уже прошла минута, мало... Давай, авария, авария, давай! Есть! Это тоже ты не смог пройти. Прошло всего лишь, пацаны, 50 секунд. Всего лишь 50 секунд и... Ну, минута, пацаны, прошла, и он не смог. Ты не смог сделать дрифт, ты не смог сделать, не знаю... По прямой проехать ровно 2 минуты. Давай заново. Заново мы не будем. Теперь пошли еще на желание. Посмотрим, что ты вообще умеешь. Знаешь, в чем? В чем? Я еще не придумал. Сейчас придумаю, пацаны, я вернусь. Так, пацаны, я придумал. Он должен проехать 6 уровней без аварии. То есть вот наши уровни без ошибки, ты понимаешь? 1, то 2, есть... 3, 4, 5. И вот этот должен пройти, да. И все. Только без ошибок, то есть без аварии вообще. Ты должен пройти абсолютно все без аварии, ты понимаешь? Просто будь максимально аккуратен, давай. Я в тебя не верю, но давай, все равно. Так, ну первый уровень, думаю, что ты пройдешь очень налегке. Так, ну что ж. Что? Что сказал? Ничего. Так, следующий уровень, ты готов? Давай, начать нажми. Давай. Так, она плохо едет. Ты что делаешь? Ладно, это я, это шутка. Давай, давай. Давай, ну давай, быстрее, чувак! Молодец, молодец. Так, окей, ты прошел 2 уровня без аварии. Ты сможешь продолжить дальше? Да. Да, смогу. Я это сказал. Ты не сможешь. Смогу. Давай так, если ты сейчас не сможешь пройти вообще все уровни, то я... То ты делаешь 10 отжиманий. Готов? Давай. Тогда ты встань, мне здесь неудобно. Не-не-не, чувак, давай, как бы сиди на своем месте, чувак. Давай, все, следующий уровень, поехал. Давай, начать. Ну что ж, думаю, что вот тут ты попадешь в аварию и ты не сможешь вообще пройти до этого уровня. Давай, он максимально сложный. Да ничего здесь сложного. Давайте камеру поправлю, давай. Ты не сможешь заехать, чувак, давай. Хоть бы, умоляю. Окей, окей, 3 уровня уже пройдено. Вот, это ты не сможешь проехать. А это какой уровень уже? Это уже 4 уровень, но ты его не сможешь пройти, понимаешь? Вот это уже ты. Ты не говори так, а то я же. Еще и сейчас ты его собьешь, чувак. Ай, у тебя слишком лагает. Ты не сможешь пройти. Давай, проходи. Ай! Да что, зачем лагает, сука? Да вот что такое? Ты что-то сделал? Как тебе лаги, бро? Вот, все, больше не лагает. Если сейчас лагает, я тебя убью. Это ты делаешь так. Ты прошел, что ли? Так. Уже не надо здесь сомневаться. Обниматься, как его. Сомневаться, дурак, какой сомневаться. Обниматься, блин. Все, поехали дальше. Так, друзья, вот 5 уже уровень. Ты что, молодец? Ну да. Блин, последний остался. Нет, еще как бы осталось 2. Это еще одна. Это уже какая? Это 5. Так уже 1 остался. Ты не смог выехать просто. Ты что, дурак, что ли, совсем? Блин, здесь я смогу аварию сделать. 10 отжиманий, чувак. Ты не сможешь этого сделать. Давай, давай, авария, давай. Авария, 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 давай, давай. Нет. ДТП, ДТП, ДТП. Ты такой лох просто, чувак. Чувак. Я не лох. Да, короче, все. Ты там чуть ли не ударил, чувак. Чё? Как? Да, нормально, вот так сделал. Понял? Вот сделал. Ни хрена себе. Поднимайся вон туда. Да я знаю. Как будто я в
сперва в карпаркинг играю. Ну ты вообще не умеешь, ты вообще лох, ты вообще лошара, понимаешь? Сейчас поведешь его в аварию. Давай, газуй, давай, газуй, газуй, давай. Давай, тапку в пол, давай, газуй, газуй, давай. А вот не буду. Давай, газуй, давай, давай, брат, давай, газуй, быстро, быстро. Давай, газуй, я сказал. Давай, давай, дрифт, давай, дрифт. Не буду. Дрифт, я сказал. Давай, тапку в пол, если ты мужчина. Такой ты противный. Здесь уже точно. Давай, тапку в пол, дрифт, давай. Что? Он же ударил? Не ударил. Почему не засчитало? Вот еще. Все, чувак. Ты 5 раз ее. Вот еще. 6. Давай делай 10 отжиманий, быстро пошел. 10 отжиманий, быстро. Ты хоть камеру поставь, чтобы меня видно было. Пацаны, ну что ж, мой братик делает 10 отжиманий. Чисто проигравший ребенок. Ну как тебе там? Боже мой, ты что делаешь, чувак, вставай. Ну хоть пресс сделай, пресс. Какой пресс? Давай 10 отжиманий, еще 5, еще 7, давай. Раз. Два. Уголов. Уголов. Два. Три. Восемь. Давай, еще два. Давай. 10. Не, я уже не... Я сколько нас отжиманий не делал, что я уже выжил. Боже. Пацаны, ну что ж. Как видите, мой братик не сдал на права, то есть не дрифт, не проехать 2 минуты, пацаны, без аварии, не все уровни. А если, пацаны, вы хотите, чтобы он попробовал еще раз, то, пожалуйста, давайте наберем под данным роликом 2000 лайков. Все, пацаны, всем удачи, всем пока, с вами был я, Лестер, и мой младший брат. Привет. Все, пацаны, всем удачи, всем пока-пока, и до скорых всем встреч. Пока, пацаны. Привет. Мяу-мяу-мяу-мяу.